Вот когда я такое играю, сразу начинаю думать о том, что такие аккорды у меня звучат. Соответственно, я должен их обивать. Я не думаю о том, что вот я знаю, я в тональности соль мажор, значит сейчас я буду играть соль мажорную гамму, пока не посинее, да? То есть это будет звучать как гамма все равно, да? Все равно гамма. То есть здесь музыки нет, я сразу предупреждаю. Мало нот и уже грустно, да? То есть в данном случае я сейчас начинаю добавлять это арпеджио плюс арпеджио ми минора. То есть от одного к другому. Больше ничего играть пока не буду, да? И получится что-то более мелодическое. Основные ноты, которые я могу играть, и основные ноты, которые я могу проходящими использовать. Сыграть, к примеру, даже возьмем более простую гамму, чтобы вам было понятно, минорную трехотонку, да? Да. Но в данном случае трио я могу еще сыграть с акцентом как на вторую ноту, так и на третью. То есть получается уже вампилы, тупилы, трипилы, форпилы, вампилы, тупилы, трипилы, форпилы, да? Та же самая, да? Слушайте, я сейчас играю один раз с акцентом на первую ноту триоли, второй с акцентом на вторую ноту триоли. Начинаешь мыслить более мелкими кусками, нежели вот ты сразу пытался играть какие-то гаммы там, да? А ты играешь сначала в одном, потом в другом, постепенно играя это, ты начинаешь это комбинировать. И это здорово. У тебя получается некая гибридная гамма, которая пентатоника плюс арпеджио. На самом деле ничего там нового нет, ты добавляешь седьмую ступень твоей пентатоники, то есть уже хексатоника считается, там 6 нот. Вот попробуй ее сыграть скомбинированно уже, да, когда у тебя первая, вторая, третья, пятая, шестая, седьмая, первая. Thank you.
что ты уже начинаешь играть, ну ты вот именно джазово, да, то есть начинаешь подъезжать к ним. Когда играете с клавишами более развернутыми, я всегда просто что делаю, я всегда играю аккорды в верхнем регистре инструмента. Потому что клавиши, они играют обычно очень такой средний регистр. Если играть аккорды на 6-5 струне, это очень плохо звучит. Оно, во-первых, пересекается, во-вторых, неизвестно, кто в каком голосоведении аккорд сыграет, а получаются такие конкретные кластеры. Поэтому любую гармонию можно сыграть просто на верхних струнах. Да, то есть, к примеру, если у нас первый аккорд был ре мажор, я бы просто взял тот же самый аккорд, но без тоники, и добавил 13-ю ступень, или 9-ю. Следующий аккорд у нас был уменьшенный, но он самый простой. Дальше у нас ми минор. Дальше у нас ля. Здесь 5-й. Вот и все. Сыграл в верхнем регистре, какой бы страшный аккорд клавиши не взяли, он все равно будет нормально звучать. А если он и на эти аккорды будет делать замену? Да, пожалуйста, я уже сыграл замену. Замена в основном, она отличается тем, что ноты будут в басу разные. Вот в чем разница. Но если бас не трогать, а играть именно верхний голос, то без разницы, какие замены. Все одно и то же получается. Ну, хитро, да? Вот, я могу попробовать, а в данном случае я просто могу сыграть полные аккорды, да, то есть чтобы показать, вот, как, к примеру, клавишник бы это сыграл. Пересекается с гитарой, да, то есть если я возьму полный аккорд, буду такой, о, парень, что ты делаешь? Я пересекся, да, то есть не слышно, где там играет, где я играю, все равно такая каша конкретная. А если я просто сыграю в верхнем регистре, я никого, как говорится, не перекрою. Поэтому хорошая просто идея либо делать просто терции с септимой, голосоведение будет, кстати, проще делать за счет этого, либо просто откидывать нижние струны, вот басовые струны по джо-пасу, да, 5-ю, 6-ю оставлять, 4-ю, 3-ю, 1-ю, можно вообще 4-ю выкидывать, только 3-ю, 1-ю оставлять. Простые какие-то взять, я помню, сделал когда-то аранжировку All the Things You Are, я не знаю, знаете, вот такая тема есть, джазовая, нет. Так там вообще, в принципе, мелодия-то простая, там терции.
проще, да? То есть... сюда там терциям каждого аккорда. Аккорды в аранжировке легко делать, потому что в голосоведении гитарном очень много именно голосоведений, где терция в верхний голос. Что ноты, когда вверху в аккорде играть, несложно, да? Thank you.
есть возвращаться лучше внутрь. Все, спасибо большое за то, что организовали это мероприятие. Я надеюсь, что оно было хоть чуть-чуть интересным для вас. Очень интересно. Виталий, спасибо. Было приятно. Спасибо. Всем большое спасибо.